Украл, что ли, а, дядь? Чего украл? А комбикорм? Ты чего, парень? Зачем украл? Купил. Неделю в очередь стоял, по записи. Вот и документы. Ага, купил. Нашел, едва ушел. Хотел отдать, не мог догнать, так что ли? Гляди, дядь, шею-то свернешь, выворачиваясь. Да за кровь окошко-то я из-за тебя инфлюенцию получать не намерен. Слышь? Не запрыгнули бы, не украли бы. Заскочат и по мешочку, как это, лиса, рыбку у мужичка, а? Ко мне не заскочит. Ох, не зарекайся, паря, не зарекайся. Был случай. Кумбычка вез на продажу. Ну, сговорились, ладно. А холодюка была. Шофер куму говорит, бычка в кузове привяжи, а сам в кабину садись. Ну, так сделали. На место приезжают. Ну, кум расплатился, глядь, патент, а бычка нету. Отвязался, что ли? А, какой? Слыбзили! Олимпиада! Ребята, на помощи! Живо! Слышь, дядь, а ты копеечку-то гони, гони! А-а-а. А то ж слиняешь. Знаю вас. Эй, бычок! Чё? Ты считать-то гораздо? А чё? Чё? Договаривались как? На две красных, а ты мне что суешь? Ну ладно, паря, хватит, хватит. Чё мне деньги, без глаз ли, чё ли? Привыкли драть, видишь? Вот, лучше пацанам-то моим подмагни, может, еще рук накину. Здорово. Физкульт, привет. Давай, давай, ребят, только побыстрее. Ну, принимайте, идолы. Что? Что? Куда? Ты чё? Ты чё, ты сдурел, ты чё ли? Эй, спасите, грабю! Ты чё же это делаешь-то, обормот? А, люди добрые, что же это делается-то, а? Туда! Ага. Куда туда? Ну, хватит изгиляться! Вот, там, а. Хорошо. Вот жульё.